понедельник в результате вспышки метана на предприятии шахты управления «Покровская» пострадали 8 человек. Они находятся в ожоговом отделении в Краматорске. Четверо горняков в тяжелом состоянии. Возгорание метана на одной из лав шахты управления «Покровская» произошло в 16:22 по киевскому времени. В шахте находилось более 400 человек. На аварийном участке – 37. Восьмерых доставили в Краматорский ожоговый центр. Пришли на смену, начали работать с предыдущей сменой, пересдача сменки. Задвигались, крепились, готовили. Два хлопка, огонь, все. Даже руку не видно было на расстоянии вот так вот 20 сантиметров. Нагонка потухла, то что, видать, или газ, что от газа потухло, скорее всего. По словам врачей, у всех пострадавших ожоги тела и дыхательных путей, отравление угарным газом. Четверым нужна операция по пересадке кожи. И всю ночь мы готовили их к оперативному лечению. Четверых из них самых тяжелых. Вот уже сейчас взяли второго пациента, будем оперировать. Спасатели продолжают ликвидировать последствия аварии. Для выяснения причин создали комиссию. Шахтерам обещают помощь от государства. Аркадий Шарапов, Рита Задорожная, Краматорск, UATV.